Всем привет, дорогие друзья, с вами Офинарс, добро пожаловать на канал, рад вас всех видеть. Сегодня мы поиграем за Мордекайзера на топ-лейне. Постараюсь вам рассказать, что это за чемпион. Правда, вышел он уже, вернее, реворк был довольно-таки давно, но все равно пришло наше время разобраться, что это за перс, что он умеет, что могет, его сильные и слабые стороны. Этим мы сейчас с вами и займемся. Так что усаживайтесь поудобнее. Сразу хочу рассказать. Многие там скажут, например, что за аккаунт Офинарс Джангл. Это типа даже не 30-й левелак. Ребятки, попутно мы, кто не помнит, сейчас качаем с вами аккаунт. И для чего мы его качаем? У нас сейчас на стриме проходит челлендж своеобразный. Я хочу на стриме показать, как легко и быстро взять в лесу с нуля до даймонда прокачаться, да, до алмаза. Очень быстро, каким способом, какими пиками, как играть, что делать. Именно поэтому сейчас мы совместим приятное с полезным. Я вам запишу видео про Мордекайзер и попутно еще аккаунт будем ускоренно прокачивать, чтобы вам было интереснее за всем этим делом наблюдать. Так что, ребятки, кому интересно еще касаемо леса узнать много полезной информации, научиться играть в лесу, приходите на ежедневные стримы 18:00 по МСК. Всех жду. Приятного вам просмотра, да? Киберарена Про. Здесь качают скилл, выполняя задания и тут же получают награды. Играй как обычно, получай призы за победы и выводи в Steam Kiwi и Райтпоинт. Или покупай товары от наших железных партнеров Аорос и Е2Е4 онлайн. Вступай в клан к топовым блогерам или создавай свой и сразись с тысячами игроков. Регулярные розыгрыши для всех пользователей даже без подписки. Киберарена.про. Потей в каждой катке и играй с удовольствием. Регистрируйся по ссылке в описании, играй бесплатно и получай подарки. Ну а мы возвращаемся, собственно, на линию, стоим за Мордекайзера. Пока что непонятно, против кого стоим. Вроде как против Джакса должны стоять, но Джакса не вижу. Наша основная задача сейчас, вот он пришел. Задача простая. Мы будем стараться харасить Джакса за каждую автоатаку, наказывать его, и при этом стараться максимально много фармить. То есть сейчас мы взяли куку, это основной харас-спелл. Мы им даем ку, автоатаку, отлично, затрейдили. То есть он теряет хп, а чуть-чуть отходим, да? Сейчас у нас опять крипчик, отлично, зафармили крипца. Сейчас он попытается подойти, то есть основная задача в Early Game за Мордекайзера это использовать... Так, хорошо, Ешку прокачали. Использовать сильные стороны нашего чемпиона. Сильная сторона Мордекайзера это его дистанция. У нас есть кушка, которая дамажит с очень большой дистанции, этим нужно пользоваться. Это must have. Поэтому, когда противник пытается заласхитить крипчика, вот как сейчас Джакс, да, мы им даем автокушку, тем самым наносим ему очень много дэмжа. Опа, пассивку прокнули. Я сейчас тоже, кстати, расскажу про скиллсет. Не переживайте, если кто-то там переживает. Сейчас все затронем. То есть нам нужно использовать нашу Q для хараса в момент фарма крипов противникам. Это очень важно. Придется отфлешнуть, иначе мы можем даже отлететь, он может нас застанить. Нам нужна вэшка, нам нужен щит. Сейчас Нуну к нам выходит. Так, аккуратно. Вообще Джакс это очень неприятный матчап. Очень сильный матчап. Ну, для него комфортный, потому что у него есть ешка. Он может себе позволить творить такие вещи неприятные для нас. Так, ну вот сейчас мы нормально отошли. Так, выфармливаем крипчиков. Эх, не получилось здесь зафармить. Окей. Выхиливаемся и уходим на бэк. Итак, по скиллсету наша кушка. Дистанционный харас-спелл, который используем в момент того, когда противник подходит добивать крипов. Наша ешка. Это вторая способность, которую мы хотим взять. Она очень сильная. Так, нам нужно сейчас ботинок сначала взять. Да, отлично. Взяли боты, взяли сустейн. Это очень важно. Итак, ешка, способность. Кидаем как бы как руку в противника. Она залетает на любую дистанцию и притягивает к нам оппонента. Это очень сильная способность, так как она широкая, она мощная. И тем самым мы можем притянуть противника в зону поражения кушкой. То есть мы можем сразу использовать две способности. Плюс мы можем даже притянуть к себе очень близко и дать автоатаку. Если мы наносим три автоатаки противнику, либо три способности используем, либо как-то способности плюс автоатаки, да, в общем, три раза используем что-то, мы получаем нашу пассивку. Пассивка это такая зона, которая начинает крутиться вокруг нас, вот было сейчас видно, да. И в этой зоне наносится очень большой урон противнику. То есть вообще Мордекайзер, многие неправильно воспринимают этого персонажа. Его нужно воспринимать, позиционировать как чемпиона пассивки. То есть это не чемпион способностей, который убивает способностями. Он убивает пассивкой, это его основное оружие, его основной урон.
Пассивка очень важна, она и щит позволяет нам настакивать. В общем, нужно просто держать в голове, что играя за Мордекайзера, наша основная задача как можно скорее прокнуть пассивку. И как только мы ее прокнули, мы можем уже полноценно драться. То есть все остальное это по сути утилити способности. Итак, следовательно, наш основной трейд потенциал заключается в следующем. Если поначалу мы харасим просто кушкой противника, да, то потом, когда он уже просел, мы стараемся сделать фулл комбо. То есть мы стараемся в момент того, когда он пойдет фармить крипца, мы кидаем ему ешку, притягиваем его ешкой. То есть вот сейчас, например, да, делаем вот так вот, ку автоатака, прокаем, естественно, пассивку, подрубаем щит и начинаем драться. Принцип такой. Это очень важно. Именно вот такого способа придерживаться, тогда вы поймете, насколько сильный Мордекайзер, на что он способен, он просто разрывает. Теперь... Ой-ой-ой, my bad. My bad. Так, да что ж такое-то? Мордекайзер тупит у меня немножко. Может, я, конечно, туплю, но не суть, ладно. Вэшка, наша вэшка тоже очень прикольная способность. Когда мы наносим урон крипам, вообще противнику и так далее, любой урон, у нас появляется щит. Так. Хорошо. У нас как бы накапливается вот тут щит. Ладно, сейчас запушим, я расскажу. Такой довольно потный момент. Здесь может быть мастер рядышком. Нам нужно выхилиться. У нас скоро 6 левел, мы можем этого Мордекая, вернее этого Джакса, развалить. Хорошо, у нас есть левел 6, но, естественно, не в крипах пока что. Как бы не хотелось, ну, нельзя в крипах сейчас драться. Вот, когда мы накапливаем стаки щита, потом при помощи нашей вэшки мы можем активировать этот щит и повесить на себя. Когда на нас повешен щит, мы, естественно, меньше дамжа получаем, но если вдруг мы повторно используем нашу вэшку, то часть щита перейдет в исцеление. Каким образом мы хотим использовать щит? Наша задача, когда мы деремся с противником, когда идет сам трейдинг, мы используем щит, держим его. Как только трейдинг заканчивается, мы повторно нажимаем вэшку и выхиливаем недостающее хп, если в этом есть смысл, если мы не фулл хп. То есть принцип трейдинга за Мордекайзер проходит именно такой. Притягиваем. Автоатака. Так, щит сразу, чтобы он ничего не сделал. Ультуем, чтобы он не убежал. У нас есть пассивка. Хорошо, смотри, какой дэмэдж. Мы его просто начинаем выжигать пассивкой. Отлично. Ну вот, расхарасили пацана. Жалко, он, конечно, под вышку зашел. Если бы он под вышку не зашел, мы бы его вообще забрали. Так. Я сейчас нахожусь без вижена. Это очень опасно. Но, к сожалению, вариантов у нас нету. То есть мы вынуждены сейчас так находиться. Я, в принципе, на фул. Но можно будет сейчас сходить на бэк. Да, я думаю, сейчас отправимся как раз-таки на бэк и закупимся. Еще раз, подвожу итог. Наши способности. Кушка, харас способность. Используем ее в основном для того, чтобы просадить противника по здоровью. Да? Когда противник проседает по здоровью... Когда противник, наш оппонент, просел по здоровью, мы хотим его притянуть нашей ешкой, дать кушку, чтобы сократить дистанцию, и дать автоатаку. Тем самым мы прокнем нашу пассивку, и за счет вот этой пассивки мы уже можем с ним начинать драться полноценно, уничтожать его. В этом случае, если он принимает с нами трейдинг, мы можем подключить щит и стать неуязвимым. Да, если он не принимает трейдинг, а мы за это время просели, мы можем просто использовать щит на сустейн, если он убегает. Либо кинуть ультимейт, если... Так, отлично. Вот я сейчас просто в щит весь его урон поглотил, да? Либо кинуть ультимейт, если он пытается убежать, чтобы он от нас не смог убежать, как я это сделал. Тогда мы сможем выигрывать любой трейдинг против противника. Это самый лучший вариант. Так, ну, парнишка сейчас пытается что-то придумать. Как к крипам подойти, мы его опять же отзониваем, да? Не даем ему подойти. Так. Мы им вообще не дадим фармить. Если он будет подходить к крипам, мы его будем сразу наказывать за этот фарм. За попытку даже фармить. Дракона забрал мастер. То есть мастер где-то внизу находится. Вторым качаем ешку. Так. Эх, не получилось притянуть. Чуть-чуть нам не удалось. Тут я немножко подставился. Хараси. Напоминаю, да? Харас в must have. Харас обязателен.
Если враг пытается фармить, особенно это удобно делать под вышкой. Вот если сейчас Джакс попытается фармить под вышкой, мы будем его харасить. Выхиливаемся. Отлично. Хорошо. Вот так вот его просто берем и съедаем. Ага, здравствуйте. Но здесь мастер был. Unlucky. К сожалению, я не мог убежать. Но суть ясна, да? То есть мы его прохорашиваем, запрыгиваем и дайвим, убиваем. Здесь уже вот просто мастер оказался. Если бы, конечно, мастера не было, мы бы без проблем затрейдились и вышли бы сухими из воды. Сейчас нам нужно будет собрать себе еще один предмет. Но вообще нам нужны, по идее, ботинки. Мы видим, что здесь ребят наносят все физический урон. Поэтому ботинки на армор будут очень хороши. Я сейчас тоже расскажу, почему я именно предпочитаю собирать маску вам, чтобы вам было удобно, когда будете играть, ребят. Но сейчас сначала затронем руны. Итак, руны. Завоеватель — основная руна. Руна, которая дает очень много урона, очень много сустейна, исцеления, да, и позволяет именно выигрывать большинство трейдов. Особенно она сильна в мидгейме и в лейтгейме, когда мы внутри тимфайта ее настакали и просто режем, ходим, выхиливаемся. Триумф — то же самое, отличная руна для тимфайта, позволяет нам выживать, очень много выживать. Супер крутая руна. И рвение я использую. Рвение — хорошая руна для того, чтобы больше автоатак, больше дэмэджа, легче фарм, легче скейлинг и так далее, и так далее, и так далее. Удар милосердия — дополнительный урон, когда у хп противника низкая. Ну, тоже стандартная руна, в принципе, очень сильная и очень классная. То есть набор рун у нас примерно одинаковый. Также мы используем две руны на исцеление. Это у нас руна «Вкус крови» и «Ненасытный охотник», позволяет нам комфортнее себя чувствовать на линии и нивелировать харас противника, а самим харасить очень сильно. То есть вкупе с нашим щитом мы вообще себя чувствуем прекрасно. Так, куда ты пошел, сладенький? Ну вот, Джакс, проблема в том, что мы ему не можем за счет его ешки прокнуть пассивку. То есть это неприятный матчап, это, можно сказать, контрпик. То есть по рунам я вам рассказал, ребят, что к чему, что как. Используйте эти руны. Так, сейчас вам включу вот эти способности. Ага. И по поводу предметов. Почему я советую собирать первым маску? Маска — это очень крутая штука, которая прекрасно работает в синергии с... в синергии с нашей пассивкой. То есть, когда мы пассивку активируем, она просто будет вырезать, там огромный процентный урон будет лететь. И рула я не советую брать, потому что рула — это предмет, который хорош в том случае, если противник пытается разорвать дистанцию. То есть, если противник какой-то ранжовый, ему крайне выгодно использовать именно дистанцию, тогда окей. Но в текущих реалиях, то есть, если мы стоим против милишника, если Джакс решит хоть как-то с нами трейдиться, ему будет он будет вынужден находиться в мили-зоне, находиться рядом с нами, и тогда мы вот эту маску используем по полной. Хорошо, как мы его забираем. Отлично, забрали. Сейчас начинаем сразу ломать вышку. То есть, маска, она идеальна для дэмэджа. Она значительно увеличивает наносимый нами урон прям гораздо мощнее. Плюс на топе, когда мы стоим, как правило, против нас находятся, ну, брузеры, да, либо танки. То есть там редко встречаешь сквишовых чемпионов. И за счет этого маска их очень сильно выжигает по хп. Драться с Мордекайзером с маской нереально, он очень силен. Драться с Мордекайзером с рулай можно, потому что рулай — это просто замедление. Это нужно понимать, что это... В этом ничего такого нет, это просто спелл, который замедляет, и все. Ну, не спелл, а предмет. Если враг и так рядом с нами стоит, то замедление не имеет смысла, да? Логично, как бы. Все легко и просто. Так, бежим сразу с ним драться. Ну, бежал он здесь, конечно, очень далеко. Эх, жалко. На, минус один. Хорошо, сейчас попытаемся убежать, но я не уверен, что у нас получится. Да, нам бы вэшку, конечно, дожить до вэшки. Да, все, вроде выживаем, окей. Уходим на бэк, нужно бэкнуться. Самое время, используем телепорт. И сейчас я покажу, что будет с маской. Берем маску. Со смазкой сейчас прилетим к пацанам. Поговорим, так сказать, серьезно. Взяли ботинки на армор. Ботинки режут автоатаки. И
попутно ботинки еще на муспи дают, что муспит вот позволяет нам как бы разрывать дистанцию. Если противник от нас пытается убежать, нам нужно находиться в зоне, да, то есть нужно, чтобы вэшка пассивка дамажила, потому что я еще раз говорю, у мордеказера основная способность дамаг — это пассивка, это не Q, это не E, не ультимейт, это пассивка. Мы пассивку убиваем врага, поэтому нужно находиться рядом с ним. Нам нужны ботинки быстрые, они очень хорошо нам помогают. Мне вот быстрые ботинки вкупе с маской — это просто катастрофа для любого противника. Мы его очень легко выжигаем. Также фишка заключается в том, что мы можем легко харасить противника через Q, когда мы даем ему автота, вернее кушкой даем дэмэдж за крипа. Мы значительно увеличиваем харас за счет маски, потому что он процентно будет сгорать. Он будет очень много хп терять. Ну и ешка — это тоже контроль спелл. Не стоит забывать, что когда мы попадаем контроль спеллом, у нас еще и удваивается урон. Поэтому роллай можно собрать потом, это не так критично. Видно, да? Я вам буквально дал-то совсем чуть-чуть. Посмотрите, как его сжигает. Он просто горит. Он просто испепеляется. Ничего не может здесь Джакс сделать. Как видно, Мордеказер очень сильный чемпион. Супер, я бы даже сказал, сильный, да? Мега, квадро, гидро, гипер, сильный перс. Так, начинаем сразу ломать вышку. Он ничего не может сделать. У нас есть ультимейт, если что. Мы сможем его забрать. Да и от Рокса мы не боимся. Мы, в принципе, никого здесь не боимся. По той причине, что мы можем просто ультануть. Так, отлично, минус один. Пытается здесь Атрокс что-то сделать, но просто смотри, как он его ждет. Его, он просто горит, он горит. Найс, ну, без шансов. Маска, это имба. То есть маска, вот быстрая маска, это реально крутая тема. Я многих видел ребят, которые пытаются собирать Мордеказера, но почему-то никто не любит собирать быструю маску. То есть быстрая маска — это то, что нужно, ребят. Это штука, которая дает вам огромный прирост в уроне. Потом, когда вы уже собрали маску, вы можете собрать релай. И то релай я не считаю обязательным предметом на Мордеказера. Это очень сильный предмет. Ну, то есть можно, например, собрать Джоню, если будет полезнее, да? Либо какой-то МРС. Это все вполне возможно. То есть нужно смотреть по ситуации. Вот сейчас он находится в зоне. Сейчас посмотрим, как мы ему много будем дамажить или не очень. Ого! Опасный парень. Найс, кайф. Забрали. Спасибо. Спасибо, что живой. Минус Ясо. Переиграли Ясо. Сейчас уходим сразу на бэк. Но вот в этом случае, в этой игре, можно собрать Жоню. Жоня будет очень сильная, просто нереально сильная. Но я возьму рулай еще. То есть мы соберем потом рулай, но Жоня будет... вернее, рулай сейчас соберем, Жоню соберем потом. Жоня, она даст нам дополнительные резисты. Это очень классно, то есть армор. Плюс она даст нам возможность встать в саму, естественно, Жоню. И это очень удобно, когда мы, например, зашли в ультимейт, убили противника внутри файта, выходим, а нас уже окружили, мы можем в Жоню встать, подождать, да? Либо наоборот, нас в ульте, скажем, хотят убить, не получилось нам задуэлить противника, либо мы ее давали чисто на сейв, и нас пытаются чувак там убить какой-нибудь, вот как сейчас Ясу, мы просто в ультимейте можем встать в Жоню и переждать, да? Как бы просто засейвиться, спастись, затянуть время. Также хороший вариант Жони в том, что мы можем активировать пассивку и встать просто в Жоню и дамажить внутри боя. Ну, естественно, резисты, армор, АП — это все, что... Вернее, армор, АП, КДР — это все, что нам нужно. Пассивка тоже очень сильная. Активка у Жони очень сильная. Так что Жони — это must-have. Но рулай мы сейчас соберем для того, чтобы замедлять противников. Так как они все-таки от нас пытаются убегать. Довольно мобильные пацаны. Вот, то есть просто Е-Е-Ку. Джаксу отправляется домой. Он говорит, все, как бы здоровья нема. Нема контента. А если бы мы пассивку прокнули, то это вообще была бы катастрофа для него. Так, здесь ребята к нам могут сейчас выдвинуться, поэтому нужно быть осторожнее. Жабка. Иди ко мне, моя хорошая. Вот. Я сейчас прожал щит. Щит просто огроменный. Так. Ультуем, конечно же, чтобы он никуда не ушел. И вот он как выгорает. Он, то есть, не может уйти. Мы его просто пассивкой сжигаем из-за этого. Он не может никуда уйти. Он под замедлением находится. Ему огромный урон тикающий наносится. И с самой пассивки, и с маски в том числе. И мы сейчас просто начинаем давить. Да, к нам сейчас направляются, но... Сразу щит. Танчим как можно больше.
Ой, кушку почти успел нажать. Ну ладно, здесь талон вовремя подошел. Минус 2, сейчас минус 3. Здесь я, конечно, один в толпу дрался. У меня защитных слотов нету. Понятное дело, меня могут пробить. Но один на один, один на два мы спокойно сейчас можем любого выносить. Разве что вот не можем в таких ситуациях, когда уже реально противники собрались все вместе и очень тяжело. Сейчас, я думаю, они смогут у нас, успеют сломать. Ну, должны успеть. Я хочу просто купить себе сразу кусок жони. Кстати, Twitch. Твичара убегает. Ну, Twitch ничего не может сделать. Хотя 8-4 Twitch, кстати, был. Twitch нафиженный. Twitch очень сильный. Но его просто без шансов развалили. Сейчас возьмем себе сразу кусок от Джони. И у нас теперь дополнительный армор есть. То есть уже 129 армора. Это очень хорошо. Кстати, не стоит забывать, что Мордекайзер — это не чемпион, который просто собирается в АП. Это не чистый керри. Это чемпион, который может и в танк собраться. Все, может деф-слоты взять. По большому счету, нам, чтобы быть реально суперсильным на Мордекайзере, нам нужен всего один предмет. Это маска. Ну, в идеале можно еще, конечно, рулай взять. Вот маска, рулай, все. Нам дальше уже можно просто тупо в деф идти. Сейчас мы, так как видим, у противника фулла де команду, я вам покажу очень интересный билд, именно читерский. Как побеждать наверняка. Чтобы не пытаться там, вот, типа, я сейчас соберу атакующие слоты, больше дамага. Ребят, не циклитесь никогда на уроне. Урон — это полезная вещь, но это не основная вещь. Только одним уроном сыт не будешь. Нужна и выживаемость. Если враги зафейлили и взяли фулл АД команду, есть очень крутой билд на Мордекайзера, который накажет их за такую попытку. Типа поиграть в фулл АД сетапе. Для этого мы просто собираем с вами Жоню сейчас. После Жони выходим в Рундуин. Рундуин порежет криты, порежет атак спид. И дальше мы уже просто собираем шиповку. Все. То есть шиповка, Рундуин. До свидания. Но можно вместо шиповки еще броню мертвеца взять, но это больше ситуативно. Вот, вот, просто сколько демажа, да? Смотри. И какой щит огромный. Дядя! Так. Катастрофа, да? Вот балансный, скажи мне, друг, напиши, пожалуйста, в комментарии под видео, вот скажи, вот баланс, балансный чемпион или не очень? По-моему, не очень, по-моему, он очень сильный и реально, ну, как бы Мордекайзер просто какой-то имбалансный. Если им грамотно играть, если придерживаться вот этих правил, причем, понятное дело, сейчас может кто-то написать, вот, ты там, типа, ну, что-то не идеально сделал, я не претендую на там идеальную разыгровку на Мордекайзере. Я потому что сам только начинаю его тренировать. Он недавно вышел. Я, бывает, тоже еще мисплею, там какие-то комбо. Но я вам рассказываю, как именно его реализовывать. То есть основную механику. Если вы будете попадать всеми скиллами, если вы будете четко следовать вот этим правилам, как трейдиться на линии, на что давать приоритеты, какие предметы собирать, я уверяю вас, если вы попрактикуетесь, вы будете играть еще сильнее. Причем гораздо. И сможете вообще творить чудеса за Мордекайзер, потому что он очень сильный. Он имбалансный. Подрубаем щит, вот сай какой щит. Притягиваем к себе АДшника. Домой, Вася. Сразу под пассивку прыгаем. Замедляем. Хорошо, трипл килл. Вообще, я с фулл хп. Могу еще вот так выхилиться, вообще точно буду с фулл хп. Отлично, по-моему, супер. Так, и сейчас начинаем ломать вышку. Причем начало-то игры у нас было не самое хорошее, но... Вот такие вот дела. К сожалению, вражеская команда сдалась. Не успел я вам показать фулбилд, но я рассказал, какие предметы покупать. Так что тестируйте, играйте, получайте массу позитивных эмоций и удовольствия. Ну и увидимся в следующих видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.